Мурманские справедливорусы встречают своего лидера с флагами и аплодисментами. Первый визит Сергея Миронова в Центр защиты прав граждан. Таких центров по стране десятки, они работают уже почти полтора года. Мурманские функционируют с декабря прошлого года. За это время офис центра на Ленина, 73, посетили сотни северян. Проблемы, с которыми в Мироновский центр обращаются граждане, самые разные. Но больше всего людей волнует сфера ЖКХ. Создавая Центр защиты прав граждан, мы решаем несколько задач. В том числе, я считаю, что наша партия, партия «Справедливая Россия», выполняет очень важную государственную миссию. Сегодня люди отодвинуты от возможности влиять на власть. Люди не умеют управлять даже собственным домом, многоквартирным. Люди не знают законов. И мы, помогая создать Дом Советы, это низовая первичная ячейка гражданского общества, это та самая самоорганизация на уровне реального местного самоуправления, мы людей учим уметь управлять своим имуществом в виде многоквартирного дома. Вот когда люди научатся управлять своим домом, дальше можно уже и замахиваться на управление страной. В ходе своего визита в Заполярье Сергей Миронов провел большую пресс-конференцию, в ходе которой рассказал, чем справедливоросов не устраивает нынешнее правительство. Что в партии думают о перебежчиках и черных пиар-технологиях в ходе выборов. Подробный материал об этом смотрите в программе «Пульс города» в понедельник. Хочешь узнать больше? «Пульс города» ВКонтакте. Все самое актуальное и интересное. Заходи, комментируй, предлагай свои новости.